Всем доброе утро, добрый день, кто присоединился и слушает. Исцеляющий и восстанавливающий звук этих поющих чаш для вас. Для вас, для тех, кому нравится звук этих поющих чаш. А если вам нравится звук этих поющих чаш, не забывайте ставить лайки по экрану. А звук этих поющих чаш способен проникнуть внутрь вашего организма, дотянуться до самой удаленной клеточки вашего организма и вытеснить оттуда с вашей помощью весь накопившийся негатив за годы вашей жизни. Поздравляю вас с крещением. Здоровья вам, счастья, любви, сил, всего того, чего вы сами себе желаете. И пусть крещенская вода смоет с вас весь негатив, а звук поющих чаш поможет вам в этом. Thank you.
Всем доброе утро, добрый день, кто присоединился и слушает. Поздравляю вас с праздником, с крещением. Исцеляющий и восстанавливающий звук этих поющих чаш для вас. Благодарю вас за ваши подарки, за ваши благодарности, за ваши комментарии. Кто присоединился впервые, не забывайте подписываться, ставить лайки, не забывайте. Все ваше доброе вернется к вам только добром. Со звуком этих поющих чаш. Thank you.
Звук этих поющих чаш способен проникнуть внутрь вашего организма, дотянуться до самой удаленной клеточки вашего организма и вытеснить оттуда с вашей помощью весь накопившийся негатив за годы вашей жизни. В данный момент ваша помощь заключается в простом – в дыхательной гимнастике. Дышите глубже, вдыхайте в себя чистую энергию со звуком этих поющих чаш и выдыхайте все негативное из себя. Благодарю вас за ваши подарки, благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки по экрану. Кто присоединился впервые, не забывайте подписываться. Все ваше доброе вернется к вам только добром со звуком этих поющих чаш. Заходите на мои страницы, TikTok, Instagram, YouTube канал. Там много выложено целенаправленных видео со звуком этих поющих чаш. Смотрите, слушайте, все я это делаю только для вас. Напишите в комментариях, где сейчас слышно звук этих поющих чаш, в каком городе, в каком регионе, в какой стране, как слышно, хорошо ли слышно, нравится ли вам слушать звук этих поющих чаш. Но если нравится, больше лайков ставьте, я тогда увижу. Thank you.
Всем доброго и хорошего дня. Благодарю вас, что были со мной в этом эфире. На этом я свой эфир заканчиваю. Поздравляю вас с крещением, здоровья, счастья вам, любви, всего того, чего вы сами себе желаете. Благодарю вас, что были со мной. Всегда вас приглашаю и жду в следующих эфирах.